15 марта летчики уничтожили 17 и повредили 12 немецких самолетов. В результате бомбардировки в порту Данциг возникли пожары, сопровождавшиеся сильными взрывами. В Бреслау наши войска продолжали бои по ликвидации окруженного гарнизона противника. Преодолевая на своем пути завалы и минные заграждения, советские штурмовые группы шаг за шагом продвигаются вперед. Упорные бои вчера происходили в районе крупного автомобильного завода «ФАМО «Юнкерс». Наши подразделения сломили сопротивление немцев и заняли юго-западную часть завода. Корабли краснознаменного Балтийского флота потопили в Балтийском море 4 немецких транспорта общим водоизмещением в 21 тысячу тонн. За 19 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 115 немецких танков и самоходных орудий, в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 116 самолетов противника.